расстанемся с вами, вспоминая, как вечер хорош. Я выйду, не стуча каблуками, а под блеск наших легких ладош. Чтоб все с ума сходили, да и не сходят, это даже веселей. Но девочки всегда во мне чего-то находили, не знаю, что на девочкам виднее. Я не красавчик, но девочки всегда во мне чего-то находили, не знаю, что на девочкам виднее. Я не красавчик, чтоб все с ума сходили, да и не сходят, это даже не веселей. Но девочки всегда во мне чего-то находили, не знаю, что на девочкам виднее. Добрый день, дорогие, милые наши женщины. Я искренне рад приветствовать вас в этот весенний день. И от всей души поздравляю вас с замечательным праздником. Международным женским днем 8 марта. Байрам билан, кадерли хатын-кызларыбыз. Дорогие наши милые женщины, подобно цветам вы украшаете наш мир, согревая его теплом своих сердец. Мы искренне благодарны вам за благополучие семейного очага, за заботу о родных и близких, воспитание наших детей и вашу поддержку. Мы ценим вклад каждой из вас в те достижения и результатами, которыми гордится наш город. Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент нашей республики Рустем Миниханов высоко оценили нашу с вами работу и уровень развития нашего города. Важно отметить, что усилия городских властей были направлены на создание всех необходимых условий в социальной сфере. Мы строили новое жилье, детские сады и школы, ремонтировали дворцы культуры, городские поликлиники, благоустраивали дворы и общественные пространства. Мы старались, чтобы всем казанцам было удобно, комфортно, интересно и счастливо жить в нашем любимом городе. За все сделанное хочу высказать слова благодарности и всем вам, присутствующим сегодня в зале. Сегодня нет ни одной отрасли городского хозяйства, где женщины не вносили бы свой вклад. Будь то образование, медицина, культура, наука, туризм, экономика, благоустройство или государственная служба. Ваш труд, ваша забота и внимание давали нам силу для новых свершений. Именно на женщинах, на вашей любви, силе, терпении, преданности и позитивном мышлении испокон веков держалась наша земля. Милые женщины, дорогие наши друзья, дорогие коллеги, 2020 год для нас и для всей страны особенный. Мы отмечаем в этом году два важнейших юбилея – 70-летие Великой Победы и столетие нашей родной республики ТАССР. Сегодня хотел бы еще раз выразить слова глубокой благодарности и признательности женщинам, которые совершили свой трудовой и боевой подвиг в трудный для страны период. Мы преклоняем головы перед теми, кто воевал на фронтах войны, спасал людей в госпиталях, стоял у станков, оборонных предприятий и швейных машинок, выпуская обмундирование для нашей армии. За столетние истории нашей республики множество жительниц Казани проявили себя и оставили свой след в истории нашей страны. Наши глубоко уважаемые, мудрые, авторитетные, заслуженные и самые-самые красивые, примите низкий поклон от нас. Сегодня в этом зале находятся те, кто вложил свою любовь и профессионализм в воспитание молодой смены, передавая свой опыт на производстве. Рад видеть молодых и активных женщин, которые сейчас своим трудом укрепляют наши успехи в развитии культуры, образования, науки, здравоохранения, бизнеса и промышленности. Я всегда знал, что в нашем городе живут самые удивительные женщины, ради которых мы, мужчины, каждый день хотим достигать и будем новых вершин. Дорогие женщины, в этот наполненный весенней радостью праздник желаю вам всем позитивного настроения, энергии, уверенности в своих силах. Мы искренне любим вас. Верим в вас и гордимся вас. Бэрям блян, с праздником, дорогие наши милые женщины.
ученых, активно участвующие во всех сферах. Российской Федерации юбилейной медалью 75 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-45 годов награждаются Галина Абдуллаевна Исмагилова, ваши аплодисменты, друзья. Друзья, давайте еще раз наградим ее аплодисменты. Юбилейной медалью награждается Катиля Гилязовна Фатахова. Общая памятная фотография с мировым Казани. Юбилейной медалью награждается Вафия Зиннатулловна Шарафутдинова. Уважаемые ветераны, сегодня весь зал аплодирует на вас стоя. Почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Татарстан» присвоено Ирине Юрьевне Симаковой, преподавателю детской музыкальной школы номер 10 города Казани. Почетное звание «Заслуженный учитель Республики Татарстан» присвоено Светлане Николаевне Захаровой, заместителю начальника управления образования города Казани. Почетное звание «Заслуженный учитель Республики Татарстан» присвоено Марии Сергеевне Златоустовой, педагогу дополнительного образования Центра внешкольной работы Прикурского района города Казани. Благодарность Кабинета министров Республики Татарстан объявлена Венере Цульхакимовне Ахметовой, начальнику протокольного отдела управления делопроизводства аппарата Исполнительного комитета города Казани. Распоряжением мэра города Казани за многолетний добросовестный труд и заслуги в профессиональной деятельности знаком отличия за безупречную службу Казани награждаются Роза Мухаметовна Аминова, заслуженный профессор Казанского федерального университета. Ваши аплодисменты заслуженному профессору нашей республики. Победителями в этой номинации становятся две мамы. В этой семье воспитывают шестеро детей. Две девочки и четыре мальчика. И поздравить маму с наградой спешит вся семья во главе с супругом Геннадием Владимировичем. Ваши аплодисменты этой замечательной семье. Нами. Хакимова Динара Камильевна работает в Доме культуры.
культуры «Красная горка» в жилом массиве на окраине города. Свой досуг и взрослые, и дети. Создав студию коммуникации Казанского федерального университета, почетный... Динара Каминкоза Акимова. Для получения награды мы приглашаем победителя Маргариту Яковлевну Коварскую. И подопечных фонда получили необходимую помощь. Самое главное – искреннее участие и поддержку неравнодушных людей. Наталья Александровна Гилязова, победитель номинации «Особое признание».